Вот, пожалуйста, курица. Это зеркало? Ну, я же говорю, курица. Аплодисменты. От КВНа до показа мод. Аплодисменты срывают студенты самарских среднеспециальных учебных заведений. Наталья Иванова уже титулованный студент года, но, имея в арсенале с десяток увлечений, решила попробовать себя и в новом городском конкурсе «Мистер и мисс студенчества 2021». И вот уже в финале. Я играю в КВН, танцую, но для себя, пою, вот, люблю кулинарить. Я знала, что я сильный, так скажем, участник, что я все смогу, что пройду финал, что от финала ожидаю, конечно же, победы. Конкурс на лучшего студента самарского СУЗа прошел во второй раз. Впервые Дом молодежи его организовал в прошлом году в формате онлайн. В 2021-м решили изменить концепцию. Финал при участии зрителей, а также помимо очаровательных мисс, в конкурсе появился титул «Мистер». Этот конкурс помогает на студента посмотреть себя с другой стороны. Фотосессии помогают в модельном, так сказать, модельной направленности. То есть ты хотя бы пробуешь себя в этой степени. Также дебаты и так далее. У нас были интеллектуальные конкурсы, творческие. Все это помогает тебе. 18 финалистов из 14 учебных заведений города. Чтобы получить претендентство на титул мистера и мисс студенчества, нужно было пройти серьезные испытания. Отборочный тур длился почти 2 месяца. Эрудиция и артистизм, таланты и харизма. По итогу каждого испытания конкурсанты получали баллы. Оценивают у нас действующие, бывшие, хотя бывших не бывает, королевы красоты, как города Самары, так и международных конкурсов, а также оценивали радиоведущие, актеры, драматурги. В общем, как говорится, побеждает лучший из лучших, поэтому надо было быть во всем чуть-чуть выше, чем остальные. Прозвучали на финале конкурса и долгожданные имена мистера и мисс студенчества 2021 года. Это наша героиня Наталья Иванова, Поволжский государственный колледж. Первый в истории города титул мистера студенчества достался Даниилу Гордееву из энергетического колледжа. Гульфия Сафина, Григорий Плешаков. События.